Днестр поднимется в ближайшие дни. Новоднестровская ГЭС на Украине сбрасывает воду. То же будет делать и наша Дубасарская ГЭС. Ниже по течению уровень реки прибавит до 2 метров. Это хорошо, что уровень у нас поднимается. Река немножечко очищается от той растительности болотной, озерной, которая заросла за этот год, за прошлый. Гидрологический прогноз – затоплений не будет. Река останется в русле.